Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Приехали мы сегодня открывать сезон. Откатываем свою новую машину, блин. Теперь хорошо стало. Можно без проблем самим ездить на рыбалку. Приехали на свои старые любимые места. Такая вот хорошая большая вода. Приехали открывать сезон. Сыновья сядут с фидерами, а я пойду часик побегаю со спиннингом. Посмотрю, что да как. Погода жаркая, сегодня 24 градуса. Очень жарко. Ну, рыба начинает брать. И мы будем пробовать что-нибудь словить. Пойдем раскладываться, закармливаться. Что будет, покажем, что не будет, не покажем. Друзья, какой красивый лебедь. И лебеди, и утки. Все водится на этом водоеме. Сейчас вот только закинули два фидера. Я собрал спиннинг и пойду пробовать ловить на спиннинг. Посмотрим, на что клюет лучше. Погода тихая, жарко. Друзья, рыбалочка подошла к концу. Извиняюсь, что не получилось сразу все снять. Сел аккумулятор. Сейчас зарядили в машине. И вот такой вот улов. Два леща. Давай взвесим. Вот вес одного леща кило 380 грамм. Второй лещик, наверное, немножечко поменьше. Ну, да, чуть-чуть меньше. Кило, нет, точно такой же, смотрите, кило
385 грамм. Два одинаковых леща. Вот, друзья, рыбалочка удалась. Подошла к концу. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. До новых встреч!